Вас приветствует канал Масалин. Работаем с Kia Ceed. Делаем шумоизоляцию. Разобрали ее уже. Как выглядит штатная шумка. Большой кусочек с этой стороны. Этого мало, обязательно надо добавлять. Этот катарок самый большой шум идет. Задние полости, крылья. Двери пустые. Очень большая дверь. На ней нет никакой шумоизоляции, ни вибро, ни какой-либо еще. Пол проклеен. Тоннель голый. Тут тоже все голое. Сейчас будем все обезжиривать, пылесосить, после чего проклеивать виброизоляцией.